Я когда слышу, люди еще не сделали лазерную эпиляцию. Было раздражение, все это чесалось. И я вообще живу в раю, потому что вот даже спустя год ни разу я не сходила. И это действительно такая свобода. Ты забываешь, каково это, когда у тебя мешают какие-то лишние волосы. Ты уверенно себя чувствуешь. И я вам сейчас покажу свои оазисы. Ребята, всем привет! Сегодня традиционное видео о бьюти-процедурах. Мне уже только что сделали внесение частички моей крови, обогащенной там через центрифугу. В общем, сняла, посмотрите видео предыдущее. В общем, я отекшая, здесь мне кололи, здесь у меня синячки. Все это будет заживать. Но я же не могу прилететь в Москву и улететь без лазерной эпиляции. За 2,5 года я один раз год назад сделала просто также поддерживающую процедуру. И 2,5 года, когда у тебя 9 месяцев в году жара, юбки, я не пользуюсь все это время бритвой, я забыла, что это такое, вросшие волоски. Ты просто с гладкими ногами. Вообще, девочки, это такой кайф. Я это оценила, особенно когда ты живешь в жарком климате. И сейчас я еще какие-то очередные оазисы добьем. Пойдемте. Вот. Наш лазер. И я вам сейчас покажу свои оазисы пушистости. Конечно, это неправильно, что я не сбрила вот эти островки счастья. Но сейчас вот мне дают станок. И я перед процедурой вот эти островки вот так хоп. Вот впервые за 2,5 года, можно сказать. Я вот так сейчас подщипну, и мы пройдемся лазером. В общем, ребята, действительно, вот мы запустили еще в Новосибирске лазерную эпиляцию, мне кажется, уже лет 7 назад. У нас там, кстати, обновленный лазер 4-ваттный, очень мощный, кстати, Новосибирск. Там результаты и были хорошие, а сейчас вообще еще лучше. Сейчас уже 8-я процедура, и волос практически не осталось, там растет только пушковый волос. Вообще, я довольна результатами. Как часто пользуетесь бритвой? Между процедурами, наверное, 1-2 раза. Как изменилась ваша жизнь после лазерной эпиляции? Поделилась на до и после, на самом деле, потому что у меня, как видно по моим прекрасным бровям, волосы растут с невероятной скоростью во всех местах, прям, ну, очень сильно. На ногах у меня была проблема, такая зона, потому что вот из одной порки, правильно, да, скажу, порки, ну, да, прям да. По 3 волосинки росло, очень беспокойно, у меня прям было раздражение, все это чесалось. И я вообще живу в раю, потому что вот даже спустя год ни разу я не сходила, у меня растут, ну, малюсенькие волосочки, и они не так беспокоят, они не доставляют никакого дискомфорта. Даже вот бритьё, оно как-то не замечается. То есть раньше ты прям вот долго стоишь, там набриваешь. Сейчас я просто вообще рада, довольна. Всем спасибо, что вообще мне здесь Светлана все это сделала, убрала мои волосы. Я рада, довольна и благодарна. Я когда слышу, люди еще не сделали лазерную эпиляцию. Есть такие, кто делал до сих пор шугаринг. Я вспоминаю, каждый месяц ты боишься, что ты будешь опять испытывать боль, тебе нужно идти, тебе будет что-то там драть, отдирать. Вот просто я сейчас именно прочувствовала, когда за 2,5 года я один раз, вот считай, у себя же сделала эту процедуру. И это действительно такая свобода, ты забываешь, каково это, когда у тебя мешают какие-то лишние волосы, когда ты уверенно себя чувствуешь, просто ты спокойно поднимаешь руку, ногу, и не только. Напишите под этим видео, кто сделал себе лазерную эпиляцию, расскажите, как изменилась ваша жизнь, как вы проявили любовь к своему телу, вот как вы это почувствовали, вот эту легкость и свободу, когда ты просто забываешь об этом. Результат виден, ну, после 2 процедур вы видите, как там 50-40% волос уходят, потом с каждым разом все больше, больше, больше их уходит. Кайф просто. А если вы, кстати, еще до сих пор не сделали процедуру, просто мне объясните, что вас останавливает. И, кстати, у меня в Новосибирске, в Москве, в Василе Эстетикс, когда вы придете к нам первый раз, у вас будет 50% на любую зону. Поэтому попробуйте, уже увидите результат и почувствуйте эту свободу и гладкое
тела. Ну все, ребят, мы сейчас будем заканчивать делать ноги. После этого у меня бикини. И на этом съемка заканчивается. Все, спасибо за просмотр. Мы переходим дальше к процедурам. Пока.